когда тебе исполняется 43, становится, в общем-то, так спокойно, и ты понимаешь, что в этот день ты, в принципе, себе можешь позволить все. Например, пойти на работу в такой модной в это лето юбке-пачке. Например, выпить с утра бокал вина. Что-то сделать такое, ну, что ты раньше считал, может быть, недопустимым. Сейчас я же имею право. Что было? У нас с днем рождения. Ура! С днем рождения! Спасибо. Да будет праздник. В этот день, наверное, понимаешь, там, я не знаю, подводишь какие-то итоги, вспоминаешь все свои жизненные подвиги и ничуть не жалеешь, что ты на год стал старше. Я, ну, редко грущу по этому поводу. Мне хорошо. Конечно, красотка такая, что грустить-то? Поэтому грустить не будем, будем пить вино. Ура! Как подведение итогов, существуют же еще какие-то желания. Ну, чего бы я хотела видеть, чего достичь? Ну, естественно, это побольше позитивных, хороших оценок в аттестате у дочери. Ну, лет через, так, у нас сколько? Через 4 года все это будет. Ну, далее, конечно, что-то такое, связанное с другой страной у дочери. Все-таки не зря мы изучаем китайский, все-таки хочу ей будущего, связанное именно с иностранными языками. Хочу за нее гордиться и хочу быть вот той мамой, которая вот молодой, красивой мамой взрослой девочки, которая сказала: «Боже мой, ну не зря я все это вкладывала, ну не зря, вот, ну не зря я такая хорошая, вот посмотрите, каких успехов достиг мой ребенок». Ну, наверное, и может быть не быть одной, пусть рядом будет человек, который согревает это, вот очень хочется. И, ну, это больная немножечко у нас сейчас тема, здоровье моим родителям. Папочка, мамочка, очень вас люблю. Папа, выздоравливай, мама, не болей. И чтобы все было у нас замечательно. Вот мне нужен красавчик. Красавчиков терпеть не могу. Самовлюбленных, любящих только себя. Вот дочь у меня любит красавчиков. Она хочет красивого парня. А я ей объясняю, ну зачем красивые? Влюбленный в спортзал, в себя, куча других. Вот мне нужен теплый и родной. И вот чтобы вот прям, ой, единение душ. Вот сел и как будто вот единое целое. Я жду тебя. Жду. Смотри. Нравлюсь?
всегда везет. Вдруг в этом плане, на мои дни рождения. Ну, я не знаю. Прям сразу. Он почему-то думает, что я невеста. Ну, наряд у меня такой соответствующий. Ну все, пора на работу. Жаль, но рабочий день. Пока.